Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, в эфире «Самарские новости спорта». Пасмурная погода не остановила любителей зимних видов спорта. На базе «Чайка» прошла 35-я лыжня России. На старт вышли спортсмены всех возрастов, от 5-летних малышей до опытных ветеранов, которые не пропускают ни одной лыжни. Позади 50 тренировок 6 ноября и по сей день. Лыжные выходы в обязательном порядке. Вот. И такой праздник пропустить практически невозможно. Сегодня у нас лыжный день, лыжный праздник. Да здравствует лыжная Россия! Главной изюминкой самарской лыжни стал массовый забег без возрастных ограничений на символическую дистанцию 2018 метров. Даже зимние виды спорта не оставляют в стране такое важное событие, как приближающийся чемпионат мира по футболу. Для нас все-таки такое мероприятие мирового уровня. Я надеюсь, что этим знаменательным забегом 2018 метров люди увидят, именно понимают о том, что мы движемся такими семимильными шагами к этому знаменательному мероприятию. А после массового забега и началось соревнование. Мужчины и женщины выходили на старт в 6 возрастных категориях. Победу в самой престижной от 19 лет до 34 одержали Денис Багаудинов и Луиза Ахмедьянова, которые вписали свои имена золотыми буквами в историю российской лыжни. Это все новости спорта к этому часу. Больших побед вам! Удачи!